Сегодня же глава государства принял участие в заседании Бюро Мажилиса парламента республики, где внес на обсуждение кандидатуру Аскара Мамина как нового премьер-министра страны. Президент отметил большой необходимый опыт Аскара Мамина, его эффективную работу на государственной службе. Руководители фракции политических партий, представленных в Мажилисе парламента, и председатели комитетов выразили свою поддержку. Уважаемый Нурсултан Абишевич, представленный вами кандидат Аскар Сапаевич нам хорошо знаком, знаем его как сильного производственника, и как вот вы сказали, и город взял, министерство взял, опыт накоплен большой. Вот. И самое решающее, конечно, то, что вы предлагаете для нас, ваш выбор, это без сомнения считаем, что правильно, и фракция наша Ак-Жол эту кандидатуру поддержит. Знаем Аскара Узакбаевича как очень опытного специалиста, патриота нашей страны, и думаем, что он сможет реализовать все поставленные задачи.